Итак, всем привет! Сегодня я еду к Кариму на тренировки. Кто не знает, мой брат Карим занимается дзюдо в Японии. У него черный пояс, второй дан. В общем, он давно не занимался. Папа нашел здесь секцию по дзюдо, привел его, и оказалось, что у Карима пояс выше, чем у тренера. И дошло до того, что Кариму позвали провести тренировку. А еще мама привезла мне коллаген из Японии, очень популярный, ей посоветовали подружки. В общем, его надо принимать курсом. Я уже выпила одну упаковку, в одной упаковке 10 вот таких ампул, по одной ампуле в день. Говорят, что если его употреблять курсами, то улучшается состояние кожи и... Ну, как бы для профилактики полезно. В общем, Карим сначала проводит тренировку для всех. Разминочка, так сказать. В общем, ребятки все в шоке. Женя, мы это в школе делали. В школе вы тоже такое делали, София? Да, я еще спереди сделала, и там тоже. Ничего себе. Смотри, молодцы тоже, все делают. Всем привет! Надеюсь, меня слышно, потому что у нас играет очень клевая музыка в магазине. И сегодня у меня мастер-класс в городе Винница, о котором я говорила, анонсировала в своем видео. И я, как обычно, переживаю, что никто не придет, хотя мастер-класс бесплатно совершенно. И я буду показывать тренды макияжа, также с вами обниматься, целоваться и фотографироваться. Вас так много и вообще так все здорово. Я очень рада, что вы пришли. Все подтвердят, что я переживала. Я говорила, что все, никто точно не придет. Ну вот точно не придут. А мне говорят: Женя, ты что, ты в каждом городе делаешь, и приходят люди. Я говорю: нет, не придут, все, не придут, я боюсь. В прошлом году, говорю, была уже, надоела, наверное, скажут, не придем. Смотрите, сколько вас. Давайте мы промашем Винница. Я была безумно рада вас видеть, ваши счастливые глаза. Много-много людей пришло. Я, как обычно, переживала, но пришли много человек. Вот подарки, еще часть подарков я нам увезла домой. Давайте посмотрим, что здесь. Мне так интересно. Вам интересно? Все, да! Смотри, арахис, они как будто знали, что я это люблю. Все, как ты любишь. Боже мой, спасибо большое. С кокосом, с финиками. Такой видел? С кешью, с лесным орехом, с шоколадом. Обалдеть! Спасибо! Это, наверное, специально, чтобы я потом съела. Сейчас же, кстати, это очень модно, с Хёрба заказывают и кунжутную пасту, и паста на синяя горбуза. Я даже про все винницкое узнаю от тебя из Казахстана. Опа! О, боже мой! Ничего себе, сколько косметики! Дини Мейкап, это украинская марка. Мне дали, чтобы мы познакомились. Буду с удовольствием тестить. Здесь вот и тени, ой, и гигиеничная помада с Milk. А ну понюхаем. Пахнет вкусно. Класс, лаки. Подводка, скорее всего. Ой, ну молодцы, я буду пробовать все, потом поделюсь своим впечатлением. Вот девочки пришли маленькие, подарили мне вот меня вот пен. Вот, мыло. Спасибо большое. Ух ты, зеленая. О, посмотрите, как они подходят по часы. Очень красиво. Спасибо, Винница. Ира вот меня снимает, моя красотка, звезда Ямайки, Юля, одноклассница моя бывшая, красотка тоже. Лиля, привет, я знаю, ты нас смотришь. Девочки еще подарили мне конфеты, еще вот очень интересный цветок принесла девочка-красавица, живой, в горшочке, очень приятно, спасибо огромное. Всем привет! У меня сегодня фотосессия. Платье потрясающее, которое я взяла в аренду на прокат. Вот у девушки. Если что, я ссылочку оставлю под видео.
В общем, познакомьтесь, это фотограф Наталья, которая у меня будет сегодня фотографировать. Она же была на девичнике. Образ номер два. В общем, у меня собирается невеста сегодня. Мы ночевали вместе. У нас такой сегодня был мини-девичник. Еще один. Все прошло хорошо. 8 утра, да, и вот мы с кучей косметики просто собираемся на бал. Я, правда, сейчас еду делать укладку. Мне нужно сделать голливудские волны, и я переживаю, что это мне их не сделать. Это холодная волна. Холодная волна? Я хотела спросить, как ты им сказала, что ты хочешь? Голливудскую. Покажу картинку им. Надеюсь, они сами поймут, да. В общем, Юлька сама себя красит, прическу тоже ей сделают. Платье пока вам не покажу, в конце покажу. Я поехала на укладочку, и, в общем, встретимся попозже. Меня предупреждали не ходить в джибар, а я пошла в этот дурацкий джибар в Виннице, и... Посмотрите, какую голливудскую волну она мне сделала. Я просто в шоке. Она меня тупо накрутила, и вот, посмотрите, голливудская волна. Я как пудель. Это я еще расчесала 3 раза. Короче, я, наверное, сейчас помою голову и просто вытяну волосы, потому что это реально бред. Так, зачем тебе платье? Очень круто. Очень круто. Красотка. Как ты доехала? Тебя не украли? Меня везде пропускали, все улыбаются. Я с этой фотой длинная, бок на фото. О боже. Я пытаюсь наладить ситуацию, что-то там пригладить. Наверное, просто вот здесь вот подниму, заколю, потому что, блин, я так расстроилась. Я хотела голливудскую волну. Я показала ей фотографию. Она вот взяла меня, просто накрутила. Я точно так же могу сама дома накрутиться. Джибар, вы просто гений. Молодцы. В общем, так снимается давай, история. Коленки, Кирилл еще не видел Юлю. Что, я сделала макияж, но прическу никак не могу переделать. Просто вот здесь заколола, здесь я распущу. И вот буду с такими кудрями. Класс! Всю жизнь мечтала о кудряшках. Да ладно, уже отпустим эту ситуацию. Что я теперь сделаю? Я могла помыть голову, но что-то я не очень хочу этим заниматься сейчас. Сарочка, покрутись. Ой, ты какая красоточка. Маленькая девочка. Этот романтический, довольно-таки серьезный момент украсить бокалом игристого шампанского. Сегодня второй день свадьбы! Горько! Горько! Давай! Горько! Горько! Ну вот и все, время подошло к концу, и нам пора улетать, возвращаться домой, в семью. За нами очень скучает Вова. И мы летим на нашей любимой авиакомпании, пересаранной любимой авиакомпании Air Astana, нашей казахстанской, где суперкомфортное сиденье, где супервкусная еда, обслуживание, персонал улыбчивый. В общем, мы в восторге, особенно, конечно же, Сара, потому что ей приносят игрушки, подарки, еду, соки, вкусняшки.
поездки разные. Конечно, немного грустно покидать Украину, покидать родственников, но радует и утешает то, что мы неплохо, очень ярко провели один месяц лета. События, которые происходили в течение этого месяца, были очень яркие, запоминающиеся. Действительно счастливы, что встретились наконец-то со своими любимыми мамами, папами, сестрами, братьями. Полна вдохновения, удовлетворения. Я возвращаюсь к себе домой, в Казахстан. И надеюсь, вам понравилось это видео. Целую вас. Пока-пока.